1 февраля выросли более 40 пособий. На 7,4% проиндексированы материнский капитал и другие меры поддержки. Это значит, что более 20 миллионов граждан России получат увеличенную выплату, напоминает телеграм-канал Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Самары. Департамент опеки также публикует информацию для желающих взять ребенка в семью. Потребуется обратиться в соответствующий орган опеки по месту жительства с просьбой дать заключение о возможности быть усыновителями, опекунами, пройти обучение в школе приемных родителей и получить заключение, встать на учет, оформить документы. В клубе семей военнослужащих Советского района прошло детское мероприятие «Фольклорные посиделки». Они погрузили гостей в атмосферу народных песен, танцев и хороводов. Семейная игра «Цветик-семицветик» увлекла интересными заданиями, сообщает телеграм-канал Советского района. В Самаре пройдет всероссийская массовая гонка «Лыжня России». В связи с этим 10 февраля с 6:00 до 16 часов будет ограничено движение транспорта по следующим участкам. По Красногринскому шоссе на участке от Волжского шоссе до улицы Сергея Лазо, по автомобильной дороге на кладбище Лесное, на участке от Красногринского шоссе до поворота на кладбище Лесное. Вышеуказанное ограничение не распространяется на спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны, а также машин с пропусками, утвержденными полицией.